Так, перед нами вебинар номер 100-208. 5 лет, сам не верю. 5 лет пролетело, как один день. Вот. Все, друзья, куранты, 16 часов по московскому времени. Начали. Так, вчера позвонил, написал товарищ, сказал, я хочу убедиться, что фотография, выставленная на Тимирязевской академии, действительно ваша. Можете доказать? Доказал. Выслал ему свое. Кому надо, еще покажу. Там это легко делается. Вот. Но в данный момент, так как вот эту фотографию вы уже видели раз 10, ее продолжают, кому не лень, воровать. Ой, мягко сказал, присваивать. В открытом доступе какое же это воровство? Вот. Но почему я выставил? Не мог, ну, архив есть, до 21 года, 20, 19, везде она есть. Не могу найти, так бывает. Я взял тогда, залез снова на сайт, набрал каталог и прочее. И что я вижу? Вспоминаем, вот здесь была, что расшифровка, вот здесь было написано. Вся биография этого абрикоса «Успех». Вот. Это, если он существует, этот успех в природе, в чем я сомневаюсь, то эта фотография, она моя, никакого отношения к нему не имеет. И вся вот эта вот была придумана. Я не меньше 3 раз в разные вебинары и прочие фильмы вам рассказывал об этом. Чем дело кончилось? Правильно, исчезло то, что я смеялся, говорил, вы его придумали, господа, продавая саженцы под видом этой фотографии. Люди будут думать, что у них такие плоды будут. Вот. Биографию мы убрали, вот пустое место. Кому надо, я на следующем вебинаре могу всю коллекцию собрать. Их не меньше 5 в разное время. Ну, поздравляю, дошло. Убрали, постыдились. Ну, а куда эту фотографию берешь? Она козырная. Без нее попробуй продать что-нибудь. Другое дело, что продают? Смотрим дальше. Вот. Вот это вот еще у нас прибавляется хоть понемножку новичков. Вот, и ради них. Вот это вот я сфотографировал прямо с экрана. Ну что, она маячит каждый день. Каждый день, вот куда не сунешься. Думаю, нормально делает эти. Итак, опять моя фотография. Я сейчас хочу вас удивить ценами. Как это выглядит? Ну, кто на это внимание? Кто каждый год любуется на свою фотографию, скрипит зубами? Так, ничего поделать не может. Мне же говорят, подавайте в суд. Помните комментарии? Сейчас побежал в суд. Вот. На, помните? Наш суд самый справедливый на свете. Помните эту кинокомедию? Вот такая, вот такой есть. Вот. Теперь. Итак, самоплодный сорт. Про нее. Раз. Фотография моя. Два. Была 1258 рублей 20 копеек. Стало 179 рублей 82 копейки. Точность какая. Вот. Что за это время случилось? За это время я несколько раз критиковал. Вот она, да? Вот. В разные годы. Видите, вот это 22-й год. 20-й год. 2 года прошло. Она? Та же самая. Гарденбарт. Я бы не стал к вам придираться. Вам придется еще скидывать цены, чтобы хоть как-то продать. Все-таки кто-то меня слышит. Вот, и не будет покупать. Почему? Я когда взял для вас специально, я люблю такие картинки. Вот это вот стакан с водой. Причем, видите, там даже есть пузырьки газа. Стакан с водой, не подумайте чего. Представьте себе, что это водка. Вот это чудо. Значит, однажды ко мне лет 20 назад впервые приехало телевидение. У меня этот сюжет есть на одном из, они мне потом подарили, как это называется, рабочие материалы. И я снял собственный фильм, ну не снял, а перевел это все в эту, сюда, ну как, в электронный вид. И там что было? Там было, я стою возле молодого дерева. Это было первые 2 плода, почему я запомнил, я их сфотографировал. Они до сих пор фигурируют как академик, да. Год за годом, год за годом. И украли 50 или 100. Ой, присвоили. Лежало свободно. Вот, 50 или 100 этих каталогов, сайтов и прочих. Так, я хочу, чтобы вы запомнили, чтобы вас не подставили.
Поставляет страшно. Если бы мне, вот смотрите, друзья, я хочу еще раз, почему я опять, может быть, сказать, да, я 2 года назад это видел, 3 года назад я видел, сколько можно. Ну, во-первых, не все равно не все, а во-вторых, 2 фильма сняты, свеженькие, вон они, все тепленькие, прямо на моем этом, не полезу сейчас туда, поверьте, увидите сами, с удовольствием пожарю его канал. И вот они, это 2 тепленьких фильма. И человек рассказывает, как он купился на эту самую, и на 100 с лишним тысяч, а потом добавьте туда расходы, 200 тысяч выкинул ради мертвого полностью сада. Он мне рассказывает, я записываю, никакой не засланный казачок, страшно действительно, страшно. Поэтому еще раз, было 1200, стало 180, так? Вот. А сейчас я еще не все сказал. Смотрите, 1200, 180, упало раз 8, да? Ну, понятно, кто бы покупал, не только из-за моей критики, а просто время такое. Мои тоже ни хрена с косточки не покупают, мало покупают. Следующее, промежутки между 22-м годом, так, и теми старыми, было вот это, 20-й год. 2 годами раньше он стоил 360 рублей. Итак, 1250, 360 и уже 180. Теперь цена саженца стоит столько, сколько стоит этот стакан водки. Примерно, ну, это, может, чуть-чуть не долил. Вот. А так, если по краям, вот столько он стоит. Вот. Смешно. А когда я показал телевидению этот самый молодое, а многие, может, на диске раньше сотни покупали, видели на диске, это же самое молодое дерево с первыми плодами, там была ветка была сухая, а я на всю жизнь, вот у меня беспамятная есть вещь, резается на всю жизнь, до самой смерти будет. Как я сказал, посмотрите, вот, знаете, это первый урожай, вот, там, 3-4 год, вот посмотрите, плоды 80 грамм, все прекрасно, но ветка сухая, значит, это у меня всего лишь второй, как это называется, я в Сен-Рожке, да, был, значит, это всего лишь второе поколение, значит, ему хана. Вот, а эта ветка умрет. Поверьте, вот даже специально крестюсь, потому что трудно, она сейчас жива, и сколько оно мне дало урожая, я имею в виду, мне так дало, сотни, 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 и они расплылись, и я вам покажу, и они еще ниже, они расплылись по стране, расползлись в виде веток, и люди их привили и получили урожай, раз, а плодов сколько я получил, если так прикинуть, несколько, не десятков, наверное, за эти 20-25 лет, несколько сотен ветер, ведь отдельные годы столько было, вот, ну пусть рекордные не было, по 10-15 ветер давало часто. Вот теперь сравните, сотни ветер, сотни веток скелетных, предназначенных вам, цена вот этого вот. А почему? Да потому что вранье все это, знаете, ты скажешь, что ж ты железо топишься их, а вы, пожалуйста, вот это не продавайте. Вот он же, с этого же сайта, Garden Mart. Вы видите вот это, дрова вот эти вот это. Вы видите, что они продают? А? Что они продают? Да еще нарисовали с листьями. Как можно было нарисовать с листьями? Ведь это же подлость, предательство. Самое настоящее. Вот поэтому, я еще раз... Не лезьте ко мне на сайт, не воруйте мои фотографии. И я тогда вас не буду. Еще и сотни сайтов, там все фотографии с интернета. Все до единой. Вот. Никто не признается, где их личный сад собственный. Я говорю, на дыбу вздернут, все равно не скажут. Потому что, а как скажут, когда его нет? Вот и поэтому, вот вы вылезли сюда. Вот. И еще вот такое вот продавать, это какую наглость надо иметь, продавать такое, уже материться начинаю. Вот так вот.